Добрейший вообще вечерок, днёк и так далее, у кого как подобное. С вами Кеники, и сегодня у нас вышла Open Beta Test насчет возвращения в Пограничье, 18 сезон. Рад всех приветствовать, это Open Beta Test. В двух словах, что у нас тут вообще? Добавили первое, новый класс, Селиван, быстренько мы чек. Селиван, ты наш Селиван. Вообще обалденно интересно, что он делает, чего, как, где. Специалист на средней броне, урон луком, либо арбалет, плюс 50%, плюс 60 единиц здоровья. У нас будет ведьмин круг. Перед Селиваном на 10 секунд вырастает круг грибов. Скорость перемещения союзника в круге увеличена на 3%. А если враг наступает на гриб, то взрывается, погружает врага в сон и отправляет его... и отравляет его. Наносит 20 урон в секунду. Через 3 секунд на сон. Это типа мини-молот, я так понял. Четвертый Селиван 5 единиц и на 12 секунд течение отравления. Так оружие поворачивается из-за сна. А, ну прикольно. Типа один раз если ударил, все понятно. Это идет контроль. Селиван снимает с себя все эффекты контроля, обман, мгновенно перемещается на расстояние 3 единиц в указанном направлении, становится невидим на 5 секунд, момент перемещения Селиван остается, оставляет после себя магических двойников. О, господи, двойник наносит, двойника одного получается, наносит 15% урона вашего, а если будет четвертый, то 20% вашего урона. Ну, типа тоже, как разве... Короче, сюда засунули и стрелка, да, и засунули этого иллюзиониста. Ну, ладно, и пассивка какая у него здесь? Заноза. Каждая атака оружия накладывает на врага эффект заноза на 3 секунды. После того, кто атакует цель, заноза, нанося ей дополнительно 3% урона оружия, Селиван в виде магического урона, которого игнорирует броню. Блин, это вообще прикольно. Ладно, это пушка, и ждет она у нас после сотого... уровня сезона. Давайте быстренько пройдемся дальше. Новая экипировка у нас будет. Боевой посох Эмира, боевая крыса, смена механики, доступная к големам. Это я в двух словах. Другие важные изменения тоже будут идти. Ребаланс дуэлянта. Это раз. У мастера нового Альфхейма теперь доступны для обмена ресурсы, необходимые для улучшения источника Альфхейма. Это одно из показателей. И, конечно же, у нас появился наконец-таки этот значок. Использованный значок. Можно почекать, что нам здесь будут давать. Будет это все достаточно интересно. Здесь мы получим новый боевой посох Эмира. Атака дарит 20% брони. Урон в секунду 73. Ого. Блокирует 6... Так, шансов 70% создаваемый посох щит блокирует 6 урона. Ну, ладно. Так, все торки вы получите. Всю броню. Ну, тут, наверное, самое топовское это Селиван будет. Но это я так. Потом. Вот этот шарик. Порталный камень. Необходим для открытия портала на арену хранится молодого и древнего голема. Портал находится в клане. Это понятно. Вы можете сломать порталный камень, чтобы получить 6 осколок рун замен. Так, ладно, к этому вернемся обратно. Давайте почекаем лагерь шамана. Так, новое задание. Здорово, бессмертный. Ты рад? Я тоже рад, что не хочу читать ничего. По ту сторону нельзя ничем. Хорошо. Так, что тебе надо будет? Это доп. Сезон. А, его надо будет обязательно проходить, потому что здесь мы получим верхоглаз, который дает нам для следопыта. Я совсем забыл этого типа. Это вообще будет чики-пики ваша Иришка. Обратите, пожалуйста, внимание еще на данный фон. Не знаю, для меня это прям вообще имбище. Но я бы, конечно, графику добавил бы здесь немножко, чуть-чуть по ультра HD. Долгий этап на предмет, открой потом про информацию. Раз, два. Долгий этап. А, типа удерживать, я понял. Подсказка для тех, кто еще не знает. Так, это наш кошелек. Ой, я забыл вообще чекнуть нашего типаря. Это будет идти урон луком либо арбалетом плюс 2%. Следопыт будет вообще просто жесть. За надействие врагов на 30 поджигай их. Ой-ой-ой-ой-ой. При атаке цели, на которой висит метка, следопыт восстанавливает себе 2 здоровья. Когда другие какают с меткой, он восстанавливает себе 1 здоровье. Очень интересно. Каждые 5 секунд накапливается один выстрел смертельного взгляда, который усилит вашу следующую атаку на 5%, максимальное число. Блин, ну я вам так скажу.
Это какой-то, смотрите, и не рыба, и не мясо, и глаз, и алмаз, и клыки. Тут какие-то или это из-за хвост, или рука. Короче, задумка интересная, а чё он не моргает? Он просто не моргающий глаз и не слезистый. Короче, вообще жесть. Так, ладно, чтобы проходить там сезон, надо... О, крыса. Хрыщук. Кстати, насчет крыс. Блин, в двух словах, да? А где эта крыса? А, она ж на почту падает. Господи, я забыв. Вот. Здорово, крыса. Чисто позырить ради спортивного интереса. Я потом ее... О, господи. Ну, графика, конечно, для крысы посерьезнее сделана. Ой, фу, блядь, даже не хочу залазить. А, стоп. Викинг, попасть погранично можно только одиночка. Прочность оружия погранично увеличена. Ищите алтари, чтобы изготовить знаки Эмира. Если вы умрете, то не сможете вернуть назад. Вот понятно. Потом надо будет носить этому чуваку вот такие штуки. Туманность. Ну да, это вот именно называется возвращенность пограничья, потому что... А почему в одиночку? Блин, в семье же было так интересно ходить туда. Ну реально. Да, это вот все эти, короче, не знают, наверное, уже, что придумать, придумывать что-нибудь такое. Объект пока недоступен. Что ты хочешь нас разделить миров? Мне нужно убедиться, что забегать на работу. Дайте мне много времени. Например, 30 дней, да? Ладно, давайте крысу почекаем. Магические компасы какие-то. Мастер рукой способ показать скрытое от глаз. А, ну это понятное дело. Ты всякую шляпу юзаешь, короче, и просто прибегаешь туда. Давайте боевое. О, смотрите, как светится сейчас. Типа, если я прибежал, да? Ну, типа, чих так вот, да? Чих. Круто. Давайте посмотрим боевую крысу. Это у нас говорит о том, что самое быстрое ездовое животное. Его ловкость и поворотность помогут бессмертным как в подземельях, так и на поле с вражескими войнами. Нихуя себе крыса, блядь! Ух ты, как красиво сделали. Ах. Того рота. Осень. Очень. Вот это респект. Супер. Вот это обстановочка. Просто бомбезная. Класс. Мне это больше нравится. А почему? Типа, Нового года еще не надо. Нет. Блин, ну классно, да. Крыса, ты че такая дерзкая? Сколько ты скорость? 56. Это что, самый... Это быстрее кабана, и она первая? Бля, это жесть. Ладно, поехали. Не сюда. Да, сюда. Крысюк у нас в самом конце, да? Крыса. Потом будет крыса-нежить. Грифон-нежить. Кабан-нежить. Все нежити. Так, 20%... Ой, боже мой. Между 9 и 20 увидел. Налетчик. Нрав налетчик. Кстати, насчет налетчика тоже поговорим. Печать богов, удар на людях, все дела... Увертливый. Накладывает на вас эффект обездвиживания, но не оглушения. Не способствует шанс. Не срабатывают шансом. Не сработают шансом 60%. Ну ладно, такое все. Стая крыс наносит 10 урона всем встречным противникам, отправляются и отталкивает их. Ну, типа толчка, да? Ну, блин, ну скорость у меня, конечно. Подожди, а у меня есть что-нибудь скрестить еще? Давай, поехали, ща крысу мы затестим. Сейчас солью, да? О, хлоп, 7% сюда. Так. Отлично, с моим везением. Ладно, это open beta тест, поэтому мы чуть-чуть поиграем в рулетку. Ясно. Рулетка не удалась. Все это шило. Где крыса? Скоростная. 58, блядь. Вообще у нее она будет спринтовая. Хе-хе-хе. Так, короче, еще насчет налетчика. Я хотел поговорить, что... так. Не помню. Налетчик теперь будет... Что-то там говорили насчет ребаланса. Удар Локи теперь наносит дополнительный урон с любого направления, а не только со спины. Это тоже плюс, потому что пятый класс, как бы, я уверен, на нем вообще никто
Не знаю, вообще пишите комментарии, есть ли такие, которые вкачали уже пятый класс налетчика. Не знаю, это жесть. Вот. Увеличенный 7 урон при ударе кинжали. Используется как усиленная скрытая атака. Ну, типа, я не знаю, чек просто надо и все. Потом, ребаланс дулянта, изменение способный крюк уменьшает бонус здоровья. Ну, это тоже, не знаю. У эльфа на арене испытание святилища арене теперь можно приобрести питомца удильщика для класса иллюзионист и заплечную сумку. Эх, ну такое. Мастера переплавки новой альхимии теперь может доступны для обмена ресурса, необходим для улучшения источника Альфхайма. Короче, я слышал, я сейчас поставлю свою быструю рысь. Мы побежим вот в это дерево. И я слышал, что там добавили, короче... Мне тут ребята скидывают, уже вообще все-все-все показывают. А я в последний момент после своей любимой, обалденной работы делаю все это видео прямо сейчас. Так. Великое дерево, покажись. Так. Ну давай. Попугай. Удильщик. Вот, его можно купить за 55 нереальных вот этих штуковин. Что еще? Зелье героической защиты, да я лучше куплю. И то профитнее. И вот эта сумка обеспечит сопротивление урона при атаке спина. Ну, короче, кому как. Против Убика ее просто. Ну, либо качать питомца. Ну, это сделали нам такой и баланс. Идем дальше в новый Альфхейм. Новый Альфхейм. Так, тут что у вас? Добрый вечер, донат. Тут что? Ничего. Тут что? Слава богу, пока ничего. Так. Вот здесь что-то продают. Итак. Айоп. Ты что того рода? Короче, я убил хрен знает сколько времени. Как бы так сказать, выразиться так аккуратно, чтобы никого не оскорбить. Я убил около месяца, наверное, на эти сердца конченые. Вот, извините. Но я убил очень много времени. Благо, что я был в отпуске. Когда каждых 4 часа, и тут они выпуливают, что надо продавать это сердце. Каждый день вы получите по одному сердцу. И вам не везет, вы можете купить. Вы можете купить теперь все, блядь. Ну, это вообще просто несерьезно. А где эти штуки вообще давать? Пока не знаю. Портальный камень големов. Это жесть какая-то. Я эти все вот эти вот штуки... можно их купить, да, 50. То есть за 258 серебра. То есть одну, да, заход, один заход получается. Я не знаю, сколько туда надо на голема. Сейчас можно купить все. Не хватает, пошел, 300 золотых отсыпал. Но это реально, для чего-то это сделано, не просто так, я отвечаю, не знаю, для чего это сделано, почему теперь сделали это на продажу, потому что, чтобы все вкачали быстрее классы. Это вообще, ну, не знаю, это ни в какие рамки, ничего тут не остается тем, что должно оставаться, ну, к примеру, там, какое-то отношение к тем людям, которые уже вкалывали здесь, как лошади. Ну, не знаю, не одобряю вообще. Что можно купить все. Давай бабки, будет тебе счастье. Бабок нету, потей как сука. Правда жизни как есть. Так, я хотел почекать еще вот эту штуку. Найти клан, а елки-палки, у меня что, в клане нету? Меня кто кикнули? Я понял, создать клан. ПРПРП. ПРПРП. За много написал или надо было по-английски вот так крутое, да, все поля, ладно, вот так, спасибо, побежали. RWW. Ну в целом как бы что, класс пограничье Селиван. Новая экипировка. Да. Я, конечно, не сказать, что бывал
Но благо, что проект работает корректно. Качает как надо. Так, что тут? Никакое оружие нам не добавили. А еще мне всегда поражался тот фактор, что конь считается очень редким. Я не знаю, замечали вы или нет. А медведь считается просто редким. Блять, что? Это жесть. А, блин, тут портал же надо строить. Твою мать. Я не знав, я забыл совсем. А ладно. Ну, я не знаю, вот эти вот шарики, кристаллы, я не знаю, как их назвать, будут ли только работать в этом. У альвов надо их долбить или еще что-нибудь делать. Ну, то есть, реально надо просто смотреть это все. Но, прикольно. Из двух слов. Мне нравится, сделали анимацию. Мне понравился, лично мое мнение, верх глаз вот этот. Просто око не моргающее, да, его обилки. Класс, как обычно. У меня даже боевого этого мага нету. Я еще его даже не тестил. Селиван, очень интересные у него вот эти всякие обилки. Прикольно, да, реально прикольно. Можно на нем бегать, как, наверное, на соло, так и на семейке. Потому что, ну, в средней броне, во-первых, он дольше жить будет, чем маг. Это будет и контролировать, и давать дэмэдж. И не знаю, под огненным луком это, что это вытворять будет. Крыса мне реально тоже понравилась. Билки у нее тоже прикольные. Она такая, может, рыжая сейчас, золотая будет. Хвост просто такой, блядь, как дрот какой-то, да, такой. Какой-то вообще жесть. У него броня на жопе, типа, не это, никуда не надо, только вперед, да. Кости какие-то висят, сумки. Ну, прям интересно. Даже волк как-то по-другому выглядит, чем наша крыса. Рыжая крыса. Бля, это жесть. Ну ладно. Сам факт, то, что она присутствует и быстро бегает, это тоже прикольно. Все бомжи будут просто валить отсюда. Все, в двух словах. Я не пойду в эту штуку. Я уверен, там падает нормальный лут. Я уверен, что вообще сам сезон фармится тоже на изи. Мне не нравится, конечно, что здесь... А, ну крысу только такую, да, можно получить? Странно. Носорогов синих, красных, желтых, что хочешь. Сундуки шамана, это вот эта вот штука бомба северяна. Вообще здесь не надо. Лучше вот добавьте 5 зелья развеяния сюда. Ну, опять же, повторюсь, это опытный бета-тест. И что там будет дальше, неизвестно. На 15 левеле вы можете получить медный слиток. Вот эти вот фиолетовые штуки тоже. Портальные камни для големов, это будет, я уверен, что это только с сезона, либо покупать их за эти кристаллы. Вот, а они персональные вообще, кстати? Да, персональные, супер. Заводите твинков, просто совет в двух словах, заводите твинков, а потом к боссу и запускайте. Ну, так что ли, я не знаю, сколько туда надо этих шариков засунуть, чтобы он работал, пока нет возможности это чекнуть. Легендарное оружие все падает, поэтому эльфов вообще никто не дает. Нам, да, не вам, а нам. Но и на последнем из этих всех штук вы получите Сильвана. Единственная достойная награда на самом деле. И просто боевого посоха бы я почекал. Он дается как за премиум, он дается так и за бесплатные награды. Все, ребят, с вами был Кенни, как всегда. Поддержите Лукасом по-братски. Вроде все... Раскустил, разобрал, если что-то пропустил, просто напишите комментарий. Всех обнял, пока-пока.